Котята заскучали. Давай с ними поиграем. Машинка сломалась! Она была совсем новой. Неужели придется покупать еще одну? Это же так дорого! У нас нет лишних денег на новую покупку. Котятам стало так грустно. Но в этот момент в комнату зашла мама. Совсем не обязательно сразу покупать новые вещи взамен старых. Многое можно починить самому. Когда папа вернется с работы, он с радостью поможет вам с ремонтом. А чтобы сохранить деньги и быстрее накопить на новые игрушки, мы можем на чем-нибудь сэкономить. Например, на электричестве. Если расходовать его слишком много, то оно может закончиться. Поэтому всегда выключайте свет при выходе из комнаты. Вот и папа пришел домой. Котята сразу же рассказали ему о машинке, больших тратах и выключенном свете. Починить машинку совсем не сложно, и вы даже можете мне в этом помочь. Вот, похоже, снова придется ехать в магазин за покупками и тратить деньги. Совсем не обязательно покупать готовую еду. Из продуктов ее можно приготовить и самим. А если вы мне поможете, то ужин выйдет очень вкусным. Котята устали. Давай уложим их спать.